сегодня мы с вами приготовим очень быстренько и очень вкусненько. Вот такой замечательный пирог. Готовится быстро. Смотрите, какой мягкий. Он еще у меня горячий. Вкуснотень и красотень. Делаем тесто. Одно яйцо. Сахар. Взбиваем венчиком. Сахара 40 грамм. Хорошо взбиваем. Немного ванильного сахара 8 грамм. Перемешиваем. Щепотка соли. Миллилитров растительного масла, сто миллилитров молока, сто 170 грамм муки. Я всегда не взвешиваю муку, а вот такая мерочка. Вот здесь мука и по мерочке. И высыпаем разрыхлитель 8 грамм. И хорошо все перемешиваем. Хорошо взбили тесто, вот такое получается. Ставим сковородку на медленный огонь и высыпаем 80 грамм сахара. И сделаем карамель. Пока у нас будет делаться карамель, берем два банана, очищаем. Один банан разрезаем на половинку. Вот таким образом. Вот так вот. И также поступаем со вторым бананом. Чистим. Также разрезаем. И еще. Вот на такие части. Вот такого цвета стал у нас сахар. Сейчас 30 грамм масла сливочного. И выключаем. Берем форму для выпечки, двадцатку. Застилаем бумагой для выпечки и смазываем растительным маслом. Выливаем. Это все сюда. Вылили всю форму. И выкладываем бананы. Таким образом. И выливаем тесто сверху. И все распределяем хорошенько. Разогреваем духовку 180 градусов. И ставим в разогретую духовку на 25-30 минут. Прошло полчаса. Я достала с духовки. Вот такая красотень и вкуснотень у нас получилась. Он еще горячий. Но мы с вами сейчас его попробуем. Что же у нас там получилось? Ой, какой пышный, нежный,
Смотрите, да, могу уже взять руки. Смотрите, какой нежный, вкусный пирог. Всем приятного аппетита! Доброго дня! Пока-пока!